Здорово, товарищи! С вами капитан Алатристо, и ох, какой у нас сегодня интересный видосик. Короткий, правда, но очень емкий по содержанию. В общем, с чего все начиналось? Ну, вот не читаю я с определенных пор официальный форум, не трачу на это время, потому что там мало что интересного происходит. Но если уж происходит, то обязательно эпик. Поделились со мной сегодня ссылочкой, я прошелся и посмотрел достаточно забавный срачик, там аж, по-моему, страниц на 8. В общем, главный герой нашего видео, который вы увидите, вот он выложил реплей, я вот реплей оцифровываю, чтобы было проще там вам посмотреть, не реплей там с кривым глючным интерфейсом с нашим там поглядывать, а спокойненько видосик. В общем, попался известный вододел в команду, его радостно поприветствовали, но поприветствовали в общий чатик. Вододел расстроился. Казалось бы, а чё расстраиваться-то? На YouTube-то ты зачем шел? Денежку зарабатывать, известность приобретать. Вот ты ее приобрел. У известности есть обратная сторона. Тебя, извините, в рандоме узнают и фокусят. Обвиняй в том, что с тобой кто-то поздоровался, да меня тоже самого от этого бомбит, но ничего ты с этим не сделаешь. То есть, по крайней мере, прими это таким, каким оно, в общем-то, есть. Заходит Саша Зло на точку, но на точке оказывается какой-то эсминчик, по всей видимости, он не светится и тихо и нагло подсвечивает его удалого. По удалому тут же начинает радостно стрелять вражескими магами и, по-моему, еще и тирпиц накидывает. В общем, что делает главный герой, наш создатель темы на форуме? Он пытается пострелить по противникам, ну не то, что он там героически бросился грудью Сашу защищать, но тем не менее, что-то он пытается сделать, сагрить на себя противника, ну противник уже увидел известного вододела, убить же святое дело ютубера, там шкурку над камином его повесить. Ну еще раз повторяюсь, это обратная, мать его, сторона профессии. Мне в ранговых боях зачастую тяжело играть, не в каждом бою. О, Антоха, привет, ты же тот самый Алатристо, и на, получает вражеских линкоров, особенно весело играть на крейсере. Итак, возвращаемся к видео, что же делает главный герой. Он начинает ставить дымы. Пусть они на Михаиле Кутузове куцые и убогие, но тем не менее ставятся они грамотно в линию на ход эсминцу, чтобы он мог таки в этих дымах спрятаться и пережить вот этот вот шквал огня от вражеских кораблей, там потушиться, подлечиться. Что получает крейсер вместо благодарности? Получает он полный борт торпед. Хорошо, что еще половина не взвелась, тогда было бы вообще иначе поиграно. Ну, вот как-то так, ребята. Цель данного момента просто показать вам, что произошло, потому что, ну, на форуме очень много споров, там каких-то неуклюжих попыток придумать какие-то отмазки, а вдруг он кидал торпеды там по какому-то фубуке. Да нет, это четко видно было, брошено прямо в союзный крейсер. Ну, если вы сейчас ждете того, что злобный хейтер Алатристо начнет там сатанински хихикать, противным голосом говорить, вот там, Саша Зло, официальный водомес, там, World of Warships, корабли ТВ, все педали, и вот он, ах, какой негодяй, отобрать у него пионерский галстук и лишить его второго завтрака. Да не, ребята, на самом деле, похрену, я моралфажеством-то не страдаю. Дело в том, что, ну, я Тим Килил пару раз тоже было дело, правда, делал это в целях самозащиты, как-то на ЗБТ выходных, на первых, меня пытался увлеченно утопить союзный Сент-Луис, я ему там писал в чат, там, пофигу, он не реагировал, потому что его просто грохнуть. И не так давно какой-то дегенерат в союзной команде начал расстреливать там с матюгами моего соотрядника, там, тоже мы его поуговаривали, потом пришлось его пристрелить, как бешеную собаку, ну, реально утопил бы. Вот, ну здесь явный был такой акт мести, бомбанул его вододела. Кстати, поехал он опять туда же светиться на этого фубуки, опять же получать по щам там и от магами, еще там до вражеских эсминца прикатили. Ну, не задался бой у вододела, черт возьми, бывает. Даже самый адский какой-то папка-нагибатор сливается зачастую очень глупо. Вот мне всегда, когда я читаю на форуме ТСН отзывы, я там в ранговых боях на крейсере, там за 50 боев первый ранг взял, там поверчивая всех на главном калибре, мне сразу хочется спросить: дружище, вот зарегистрируйся на Твиче, запусти там стрим самого поганого качества, это любой компьютер потянет, через там ОБС-ку постримить, и мы посмотрим, как там ты просто там без точки упреждений, не на раз, два, три с кланом, ну, без всяких там ухищрений, там за 50, за 70 боев, там, не знаю, взял там первый ранг. Ну, почему-то не хотят папки нагибаторы стримить. Ребята, это реально тяжело, то есть, особенно, когда ты что-то на стриме разговариваешь, ну, очень сложно играть при этом одновременно и что-то интересно говорить. Но вододел сам выбирает такую профессию, он всегда на виду и, собственно, как говорится, назывался кузовом, жди груздей. Еще раз говорю, я не хочу давать никакую там правовую оценку, там, плохо Саша сделал или хорошо, сделал и сделал. В общем, смотрите, делайте выводы сами. В комментах друг друга не поубивайте, банить особо не буду, с ним только не представьте животных. В общем, лойся, если видос понравился, дизлойся, если нет. С вами был капитан Алатристо, всем счастливо, до новых встреч.